Ой, Колба. вот вопрос. РДД по часовой бегут от зеленого, правильно? Хотел сказать, от красного. Ну да, от красного. Теперь понял, почему в Долорана я побежал. Там еще, видишь, зависит, есть ли колбы или нет. Тут тоже надо смотреть. Ты можешь в колбу побежать и сдохнуть там. Никто еще не падал на мага. Это первое. Это первое. Виби, поставь шкаф, пожалуйста, присуманим потом. ГП, посмотри в журнале, Void. Чё ты? Вон там все написано. Кто получал? На кого? Воин, охотник, шаман, Красиан получил. Дайгрен, Красиан. Так шутки только шутить умеет. На офспек синхронит. Красиан написал на офспек. Я сейчас мог, но в спек родить или нет? Все, в общем. Нет. Случай. Ты чё, кинг вовремя, блин, я тут... ...ральнул. Это танков. Экстурк написал ФК, пан тоже здесь нету. Никто не спекается, не танчит, ну чё. Агрить не. Не лут, пока он забирает с тебя мобов. Вот поберушка, да сними ты и все.
Крин форум бан, блять. Воид нидит зеленку. Джей, вызовите пока что-то и все. Там парня сейчас черепок придет, если его не законтролить. Троллю трусы не подходите просто. В корнях постоите. Проебал. Давайте все в тактика сыграем толпой быстрее и убьем нахрен. Он задолбал прыгать и сапать всех. А давайте станем в кучу, сука, чтобы, блять, миликом за ним не бегать. Сар, 10 секунд. Карт. Каждый рейд одно и то же. Там где что? Ничего не знаю про остальных. Только еще раз законтролился. Это был я. Да был там моб законтрольный, просто ему сбили контроль. Да, шакл сбивается. Вот и все. Вы слишком быстро пульнули. Сбили контроль большому педрилю.
Обнови шахту. Я бы с радостью, но я псак. А вы, Ока, разве не ходили на прошлой неделе? Череп — это тактик. Его надо убить. Шапистый. Да. Так, ну, 6, может, 8, вот так где-то. Еще один. Сейчас бы фуриком давать 6 и 8. У него плохой? У него 53-й вроде, если не ошибаюсь. На двоих, наверное. А бы проху были же? Можно рыбу? Вы что одолели нас? Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Можно Машку за ляжку. Надо говорить, можно обратиться. Разрешите, Салага, а не можно. Разрешите, разрешите. Козу на вазу. Можно заху подержаться, нам так говорили. Разрешаю. Там осуждаю, говорится правильно. Ну, келесет, а не келесит. Да ты ж, блядь, спекал со автанка забыл с меня.
Я, говорит, люблю ПВЕ, а сам обзывает всех мобов, которых мы бьем. Он, знаешь, типа как в постели, назови меня как-нибудь грязным. Да, отличный пик. Вары и всякие там ижи с ними, фурики, ты думал, молодец, Утя, отойди нахуй от босса. Кто такой, блин? Контент. Кинетик упадет. Я как мишка. Выхри. Выверно. Как-то на лече сверху грипнул. На платформе два танка остались, я в рейде стоял просто. Ну это, наверное, обидно было, да? Не за КП? Не за КП, а то, что вайп именно. Нет у меня это. А хули пристань свой нифиг. НКП. Дай мне утро. Да, есть. Main spec.
Шарпи тебя тоже по КД это сап. Ага. Опять сап бежит. Пошли отмазка. Ну как? Он и так комик. Там не было никого, Войд. Там не было никого. Там никто не стоял. Комик. Джирог, Войд. Кто его поймет, этого рогу? Он сам себе на уме. Что началось? Отошел чайник поставить. Какая же хуйня, ты как ПВП. Это такая игра на самом деле, зато. Роги бесят. Я забери. Что? Фиолетовый пояс, там говнище, не знаю. Сотливый левел. А, говнище, сейчас заберу. Если бы потратился на воронки, Войд, 60 тысяч, какой я миллионер. Не было там такого, не говорил он это. Что ты предоставил такие, смотришь, 5-й элемент, звездный вот. Он наркоман, нет, что наркоман. Странный чей. Чулак, пришли мне такой же травы, пожалуйста. А то вот походу ее долбит без остановки. Не знаю, там проплачено. Не знаю, не знаю. Я полагаю, у нас проблем с голдой не будет, когда появятся эти гильдовские вот эти дома. Наркобарон. На самом деле все просто быстро фармится. Просто на это надо иногда время. Я, кстати, к примеру, работал. Я вообще не успел ничего нафармить, к примеру. Вот и все. Нет, 250 огнелиста всего лишь. Я помню, лидошип бегал, искал на банку, когда алхим все вкачал. Рыбку кушайте, я постоянно. И еще на этом, на актуале такой. Полетал, пособирал. Сделал себе 7 баночек и понял, не мое. Все хуёво.
А кому укус передавать? Скажут все во время рейда. Танк, ты ж не покусай сразу. Сначала трубы заберет, потом царя. Кто сорвал? Пан? Отойдите. Команда считается за отмазку. Если мама позвала. Кушать. Ну там котлетки, блядь. С макарошками? С пюрешкой. Это ты зря. Это не мем, это жизнь.
Пан! Пан, уйди! Пан уронил. Пан или пропал? Не получилось. Не повезло. Чего, зачем вы встаете все? Да, вы умираете. Я встал, потому что мне починиться нужно. Чего там с пактом-то было? Кант. Пец, все в одной точке стоят, 15 секунд пакт не могут снести. Что за бред? Там постучается было пару все там, а хан на расстоянии, поэтому он висел. Кати на сум, пожалуйста, быстрее будет. Бурстын не отдавай просто. Тут бахайтесь, пожалуйста. Турбо первый ловит, потому что у меня все равно в начале ДПС нет, мне надо разогнать. Целых две поставили. Ты сейчас за... Ты... Я тебе траву не буду больше слать. Ну что-то понесло. Ну заслабайте как пан. Да. Выбирайте. ДЦ, дай придание сил с пула по турбо. Это было неразумное решение. Они стирали? Сгон просто был жесткий, и все. Уже. Так, что по укусу?
Нет. 30 секунд. Чего вы там, народ? Как успехи? Тихо. Пчелкин. Я дал уже укус. Я отдал уже укус. Там будет еще укус, здорово. Давай гимн на ХП даю. Нет. Сейчас пакт будет осторожный. Ой, пени. Да. Да ладно, щиток упал, впервые вижу. Его лимон забирал когда-то давно. Ну так он с тех пор не падал. Чипс тоже уже брал вроде. Зайду пока чаёк заварить. Пользуясь случаем, турбо, у тебя есть макрос на перо по таргету, ну, мышки? Нет, маус-оверского нет такого. А нахрена он тебе? Ну, типа мышку наводишь, сразу клацаешь, чтобы не брать вторую. Куда ты? Зачем? Ну, не знаю. Ты не понимаешь, когда она на нем появится. Ты понял, что за макрос? Да, да. Пипа пау три спека собирать. Кто
Хороший же щиток, нет? Перед бисовый. Ну, он без соки, да, а есть 260 соки там, это еще подумать надо. Но с Герой это понятно. А, это который у пана, да, щиточек? Нет. Ну, у пана 260 соки там. Нет, это другой. 260 это падает с этих чудовищ. Он с Гроула падает. А нет, там 258, да, точно. Вот Суламана, вот щит, соки там вполне. Ну этот хороший, для Вара вообще отлично. Мне нужна цель. Этот без соки-то тоже пойдет. Нет, это дело не в соки-то. Нет, конечно, есть. А, в щит. А у нас квест на Синдру, что ли? Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас. Ща ребуты пока квест. Да, возле Синдры берется. Не возле Синдры, а мы убьем Вальку. И вот на ее месте лестница NPC. Болит ли, как ни странно, вот у нее возьмите квест. Пан смерть. Зов чешка. Нарез на упана, эх, а зачем? КД нарез, что ли? Не в бою просто, был специально. Я его резнул. ПКМом жмешь по рамочке, и там будет отменить запоминание цели. Раз. Тогда сочувствую.
кончить! Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите королю Личу! Ее не начали бить, чего? Она ждет. Сохранить все части тела. Хватит курить. Блять, чулан, завязывай ему поставки делать. На сум тыкните. Мне кажется, Войт, ты единственный вообще, кто смотрит такого рода сериалы. Не гони. Я смотрел, но давно и не помню. Фильм охеренный. Все. Зловещие мертвецы. Я начал смотреть. Это должна была быть полнометражка. Там, несколько лет спустя. Но так как они решили, что не окупится, сделали сериал. Сейчас я суммонюсь, загрузка идет. Это где сериал этот, где он, короче, ее в туалете начинает переть, вот это вот начало, да? Это морда видит. Царь, дай 300 баф. Купил 300. Вообще-то я был два раза в ЦЛК 25, если что. Да ты красавчик! Ладно, лог сделан. Красен, ты умеешь летать, Красен? Красен. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте себя. А если не обучаем? Герои, вы должны мне помочь. Ты повторяешься. Красен летать не умеет. Он стоит, хилит. Пусть Ардру полетает. Там вы найдете спасение, герой.
Подавители слева. Я уже летаю. Войт, залети в портал, сделай видос. На туре, что, сделай видос. Как собирать ставки? У нас ДПС хватит на один круг. Залети, сделай. Вот так вот, пацан в портал не зашел, а на нем уже крест поставили. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Ноль. О, зашел, зашел. А о, быстрее, мама быстрее, подавителей, ну, давай, давай, бегомия, потом огненного. Подавители справа, ну залейте, ну. Заебись. Хорошая новость, мы проебали стаки. Я меня в порт не пускала. Чё за хуйня? Замечательно. Он с вами летать пошел. Я никуда не попал. Что, конченый, что ли? Так у нас Пепе пал этот холик же был в начале рейда. Там вы найдете спасение, герой. Один раз было такое подавление. Гейм на ману собирайте для хило. Че он сделал-то хуй? Я могу хилом зайти. Я только просто зашел в этот ДС. Ян, Рога, Элрей. Я чаюк пил от... чтобы не... Эршам не нужен? Прислан на... А у меня лаги были. Не,
Серьезно, я хотел ИРС-ку тоже закрыть. У меня лаки были. Я там выдавал по 3к ДПС. Господа хилы, вы можете с танка диспейлить, блин, болезнь или нет? Они не диспейлят. Подавление слева. Их можно грипать. Если один моб в жопе нахуй, то можно грипнуть ко всем. Так вам захилить сейчас гимны по очереди дадим. Там вы найдете спасение, герой. Может, герой захилим, я не знаю. Сейчас еще раз. Еще раз и захилим. Геро. О, да, сложный босс. Я польщена. А бычьи головы можно на Синдере Холи Престон? А зачем тебе это? Ну а ДЦ толку ноль там. Лол. Нитки шелдовать, конечно, толку нет никакого. Дальше с ребафом. Ты уверен, что он вообще да. В Дискорде? Да, он в Дискорде, он плюсовал. Судя по его ответу, он не в Дискорде. Ну да, типа он на мейнспек, на оффспек, что он отвечает. Его кикнуть хотят, а он там ролит на мейнспек или на оффспек.
Он перчатки брал на НФ. Он же шам вроде как. Пусть собирают. С этого. Пусть он забирает, говорю. Пипипалку забирает. Говорит пчелкин. Говорит и показывает. Москва. Ну тут уже не конкурент. Какое тройное ГП, что за дела? Да не, не хватит. А как снимать КП?